нет, в фонтанах пока уже не купаемся. Прийти помянуть сослуживцев, боевых товарищей, с друзьями встретиться, пообщаться, вспомнить все. Ну и культурно отдохнуть, чтобы мирным жителям не мешать. Вот и все. Я, допустим, живу в Чите сам, да, а друзья у меня все находятся в Бурятии. Собрать он Димку Чечена, вот он проходит, Димка Чечен. Взять его, мы с ним вместе служили, много воевали. С Черного Тюльпана у нас все начинается. У меня очень, товарищей очень много погибло в Чечне, но как я сюда не могу прийти. Сам там был и как бы я не знаю, как я сюда не приду. То есть, во-первых, я не покажу свое неуважение к ним. Я каждый год сюда хожу. В любой службе, у каждой службы есть, наверное, свои трудные моменты и легкие моменты, поэтому... Каждый несет службу свою достойно и с пониманием. Те слова я не люблю об этом вспоминать и как бы нет желания такого рассказывать. Я даже друзьям не рассказываю. Просто были времена тяжелые, были легкие, всякие разные. Многих пришлось потерять. Ну, конечно, и хочу сказать спасибо Господу за то, что выжил. За то, что вернулся домой. Чего хотите пожелать, может быть, молодому поколению десантников? Есть вам что сказать? Есть, чтобы ребята были сильнее духом, чтобы они были здоровее. Ну и, естественно, чтобы любили Родину. Хочу поздравить всех десантников с праздником, кто на службе, кто на работе. Хочу поздравить всех десантников. Ура, ВДВ!